На дороге Победы, которая строится из Физули в город Шуша, обнаружены археологические памятники. Точно установить назначение найденных курганов позволят исследования, которые будут организованы в ближайшее время. На территории уже собраны орудия труда и фрагменты гончарной посуды из обсидиана, что является признаком поселения эпохи поздней бронзы. Между тем, начались работы по определению размера ущерба, нанесенного флоре и фауне на азербайджанских территориях во время оккупации вооруженными силами Армении. Уничтожены даже виды, занесенные в Красную книгу. Совершен экологический террор, заявили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана. Параллельно продолжаются реставрационные работы и в жемчужине Азербайджана, городе Шуша. Культурной столице возвращается былая слава. Шуша — место очень такое, но я бы сказал, курортное, что ли, благоприятное для времяпрепровождения. Правительство республики, президент республики нацелен на то, чтобы туда огромные силы вложить, как и материальные, так и моральные, чтобы это осуществить. Во-первых, провести очень хорошую туда дорогу. И вот это как раз к месту во всех отношениях, и в природном, и в историческом, сделать Шушу таким культурным центром. Ведь все музыканты почти наши, родом из Шуши.